Давайте продолжим наш день обучения, а именно предмет естествознания. Спасибо за отклик. Вижу, что вам слышно и видно. Надеюсь, у нас сегодня продуктивно с вами получится изучить ту тему, которую начали на прошлом уроке. Как всегда, протягиваем вам ниточку знаний. Сегодня постараемся посмотреть и потренироваться. Очень хорошо, если у вас есть карты, если есть карты полушарий, потому что наши сегодня действия будут посвящены дальнейшему изучению не только параллели меридианов, но и определению координат. Будьте внимательны, отвечайте на те вопросы, которые будут поставлены в течение урока. Можно будет себя оценить, да, посмотреть, насколько у вас получается, выставить себе баллы. Можно по 5-бальной, будет возможность и по 10-бальной шкале. Ну и, соответственно, убедиться, что получается, а что не получается, если такое будет. Мы с вами учимся, имеем право на ошибку. Ну и, соответственно, да, мы с вами можем что-то, да, уточнять, задавать вопросы. Поэтому постарайтесь тогда, да, быть внимательными и, еще раз повторюсь, изучать вместе друг с другом, обсуждая по делу. Итак, мы двигаемся с вами дальше. Постараемся сейчас, да, переключу на следующий слайд. Так, и, соответственно, да, мы постараемся вспомнить, что было на прошлом уроке. А именно, мы на прошлом уроке коснулись темы географические координаты. Мы с вами начали для этого изучать, что такое различные линии, которые мысленно проводятся на поверхности Земли. Посмотрели как раз произведение Марка Твена, да, и вспомнили, что Том Сойер говорил о том, что таких линий на поверхности действительно мы не увидим, их нет. Но зато мы можем мысленно их прочертить и разделить. А вот для чего? Как раз мы ответили уже на этот вопрос, чтобы уметь находить местоположение. Место расположения какого-то объекта, предмета или нас с вами, или какого-то города и так далее. Посмотрите, пожалуйста, напоминаю вам те определения, которые нам понадобятся. Итак, определение экватора. Линия, условно проведенная по поверхности Земли на одинаковом расстоянии от полюсов. Вот та линия, да, условно проведенная на поверхности Земли, которая словно делит пополам земной шар и позволяет, мы видим, да, определять широту. Напомню, что широту отсчитывали от экватора. И в данном случае мы видим, экватор – это самая длинная параллель. И параллельно экватору пойдут как раз параллели. Напоминаю, что все-таки земной шар у нас не полностью такой идеальный шар, а эллипсоид, приплющенный у полюсов. Поэтому мы видим небольшие различия в расстояниях. Отличие в расстоянии к северу или к югу будет расстояние меньше, чем к западу или востоку, да, если мы возьмем от центра Земли. Экватор – это та окружность, которая действительно, да, очень большой километраж представляет, и самая длинная параллель. Вот, пожалуйста, да, напоминаю определение параллелей. Мы видим, что они все проведены мысленно, конечно, да, параллельно экватору, представляет собой окружность, представляет собой окружности, длина которых уменьшается при движении к полюсу. И самая длинная параллель – это экватор, а самая короткая, будут у нас вопросы, самая короткая параллель – это, конечно, полюс, точка. Если, да, рассмотреть и вспомнить меридианы, а их мы с вами тоже касались, тоже такие полуокружности, кратчайшая линия, соединяющая полюса, соединяющая северный и южный полюс, или, иначе говорят, проведенная через полюса. Ну и посмотрите тот вопрос, который уже связан с изучением сегодняшней темы. Можно ли провести меридианы и параллели в классе? Поясните, пожалуйста, ответ.
можно ли провести в самом классе в помещении? Так, и хорошо бы пояснить ответ. Давайте подумаем, параллели и меридианы, у нас такой был, да, вопрос, и можно ли их провести просто в помещении, не обязательно в классе, в комнате. Так, ну первые ответы вижу, почему только не вижу, если нет, то почему? Так, Егор согласен, а причина-то в чем? Мы просто будем друг с другом соглашаться? Так, вот есть второе мнение, спасибо за второе мнение. Значит, у нас разделение получилось ответов. Кто-то считает, что нельзя провести, а кто-то говорит, что да, можно провести. Так как же дать пояснение, если мы говорим нет или да, нам надо еще объяснить. Так, меня не все услышали. Почему да или почему нет? Обоснуйте, пожалуйста, аргументируйте свои ответы. И как раз будет понятно, тема изучена или нет. Так, хорошее мнение Глеб нам присылает, да, с помощью глобуса можно провести. Так, ага, пояснили, что класс не шарообразный. Класс – это плоскость. Спасибо за ответы. Ну, а теперь, друзья, давайте подумаем на тему, класс находится где? Квартира или комната находится где? Да? И, наверное, здесь вам будет подсказка. Через любую точку земной поверхности, через любую точку можно провести параллели и меридианы. И мы с вами знаем в ответ на ваши комментарии, спасибо за них, мы на них учимся. Мы с вами знаем, что карта составлялась, она тоже плоскость, а не шар. Карта составлялась на плоскости, как бы моделируя, да, модель глобуса переносилась, глобус как будто заворачивает, да, и смотрят, переносят как раз координаты. Поэтому дам правильный ответ, можно провести параллели и меридианы, но, естественно, они могут быть с искажением. Поэтому карты могут быть с искажениями, и об этом обязательно говорится на карте. Ну и мы будем изучать с вами дальше масштаб и говорить о том, какие, да, могут быть рассчитаны расстояния, ну и так далее. Конечно, пространство, конечно, плоскость, но тем не менее, через любую точку пространства на поверхности Земли можно провести параллель или меридиан, и то, и другое, даже не только или, и то, и другое. Другое дело, какая будет разница, да, а разница и искажение может быть. Ну и тогда в связи с этим давайте подумаем, сколько можно провести экваторов, сколько можно провести параллелей и меридианов на географической карте. Ну, я думаю, что на первый вопрос вы с удовольствием и быстро ответите. Спасибо, конечно. Ксения первая сигналит, Михаил дальше, да. Конечно, экватор, только единственное, что сказать, ноль, да. Экватор существует, он один, поэтому сколько экваторов? Один экватор можно провести на географической карте. Правильный ответ будет один. А вот параллели и меридианов сколько можно провести? Кто-то пишет, да, 18. Но я думаю, что вы просто сориентировались по градусности. А на самом деле параллели и меридианов можно проводить достаточно большое количество, не ориентируясь даже на те градусы, которые написаны. Итак, правильный ответ, конечно, бесконечное множество, то есть очень много, а на первый вопрос экватор один. Запомните, пожалуйста, экватор у нас один, а параллелей и меридианов очень много. Ну, а второй вопрос, он уже легче намного, да, какую форму имеют меридианы и параллели, я думаю, мы с вами на прошлом уроке достаточно много об этом рассуждали, и вы сейчас грамотно ответите. Итак, какую форму имеют меридианы и параллели? Да, только лучше сказать не концевую, да, а полуокружности или окружности. Итак, параллели – это у нас окружности, на карте мы увидим их как полукруг, ну, а меридианы тоже, да, похожи на окружности, это будут дуги, которые проведены.
Еще один вопрос, почему все меридианы одинаковые по размеру, а параллели разные? Я думаю, на предыдущих слайдах ответ вы увидели. Итак, почему меридианы одинаковые по размеру, а параллели разные? Наверное, как раз-таки будет понятно, когда мы вернемся на предыдущий слайд и увидим. Вот они, меридианы, они все у нас, да, одинаковые. Ну, а, соответственно, параллели почему-то разные. Я думаю, я вам помогла, и вы уже все ответите на этот вопрос правильно. Совершенно верно. Если мы будем чертить параллели, да, Игорь имел в виду сужение, то параллели пойдут параллельно самой длинной. Самой длинной параллели у нас называется экватор. И идет уменьшение, да, уменьшение от экватора. Сужение уже становится, да. А если мы возьмем не параллели, а меридианы, то они проходят все через две точки пересечения. Это точки пересечения меридианов, это полюса. Поэтому если проводить окружности через две одинаковые точки, через две противоположные точки, то получатся одинаковые окружности. Поэтому действительно параллели кверху сужаются, то есть к полюсам, а меридианы остаются одинаковыми. Для чего нужны эти линии? Я думаю, для вас не составит труда ответить на этот вопрос. Теперь уже, наверное, все понимают, для чего. И сегодня мы обязательно этим займемся, потому что на прошлом уроке у нас были ошибки. И надеюсь, что вы над этими ошибками поработали. И, наверное, да, получится сегодня уже правильно определить. Конечно, для того, чтобы нанести градусную сетку и определить координаты. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. И нам нужны параллели и меридианы для того, чтобы мы с вами могли нанести не только мысленно градусную сетку, но и определить координаты. Верно, Олеся сигналит, определять координаты нам помогает градусная сетка. Ну, в цветном варианте видели сейчас, да? Это черно-белое изображение, и мы здесь видим какие-то цифры, линии, да, и видим начало отчета. Давайте немножечко повторим. Начало отчета широты будет от параллели самой длинной экватора, а измеряет ее в градусах широту, ну а долгота отсчитывается от начального гринвичского меридиана. И не путайте, пожалуйста, на прошлом уроке некоторые запутались. Получилось, что широта оказалась западной или восточной, такого быть не может, да? Ну а долгота, наоборот, южной и северной, такого тоже быть не может. Давайте грамотно рассуждать и вспоминать. Для этого мы и повторяли. Давайте мысленно тоже, да, в чате заполним такую табличку, я вам подскажу ответы, для того, чтобы мы правильно могли определять координаты. В какие стороны горизонта направлены? То есть с севера на юг, с запада на восток. В какие стороны горизонта направлены меридианы, а в какие параллели? Направления будут разные. Итак, в какие стороны горизонта направлены меридианы, параллели? Второй вопрос был, пока вы сигнализируете. Табличка у нас уже рассматривалась. Какова длина в градусах меридианов и параллелей? В километрах даже можно измерить, если учесть масштаб. Какова длина одного градуса? Какую форму имеют на глобусе меридианы и параллели? Мы с вами на этот вопрос ответили. И какую форму имеют на карте полушария меридианы и параллели, мы тоже ответили. Поэтому первые, ну больше даже два вопроса меня интересуют. В какие стороны горизонта направлены меридианы, какие параллели и какова длина в градусах. Давайте посигналим. Ответ один. Меридианы куда направлены, параллели в какие стороны направлены. Так. Вопрос, наверное, вызвал затруднение. Просто много было вопросов. Так, вижу первые ответы.
Меридианы направлены с севера на юг. Так, а тогда параллели. Молодцы, многие ответили. Параллели с запада на восток, запад и восток. Ну, вы молодцы, вы правильно наблюдали. Сейчас смотрели на картинку, которая была у нас обозначена. И посмотрите ответы. Умницы и молодцы те, кто написали. С севера на юг направлены меридианы. Но не путайте с широтой и долготой, да? А параллели с запада на восток. Ну и посмотрите градусы. Длина в градусах меридиана 180, да? Мы определяем с вами западную и восточную долготу по меридианам, а по параллелям 360 градусов и определяем широту. Ну и вы видите, да, километраж. Мы здесь с вами говорили о том, что самая длинная параллель экватор, а все меридианы равны. Вот так это выглядит в километрах. Один градус имеет одинаковое значение одного градуса, но мы понимаем, что параллели градусность будет уменьшаться до нуля, а на меридианах в километрах оставаться одинаковой. Не градусность, а километраж. Извините, да, оговорилась, километраж. Меридианы у нас одинаковые, а параллели у нас действительно сужаются. Форму полуокружности, потому что мы видим, да, половинку окружности это меридианы и окружности параллели. Ну и понимаем, на карте полушария мы увидим дуги, средние это будут уже прямые линии, остальные кривые линии. Ну а здесь у нас, да, получается полюса это точки, ну остальные уже кривые линии, средняя, экватор, прямая. Вот таким образом мы с вами повторили. Повторили направление движения, повторили, что такое параллели меридианы, ответили на некоторые вопросы. Вопросы, которые уже практические, я думаю, вы на них тоже с удовольствием ответите. Какое кругосветное путешествие будет короче? По 60-й параллели или по экватору? Какое же путешествие будет короче? По 60-й параллели, не сказано какой широты, да? Или по экватору? Так, первые ответы пошли, и они противоречивые. Ага, кто-то считает короче по экватору, а кто-то по параллелям, 60-й параллели. Так, кто же прав? Ну, наверное, мы ваш спор и наш с вами спор можем разрешить. Большинство ответов, конечно, идут по параллели. Молодец, Мария, умница, усвоила верно. Экватор – самая длинная параллель. Для этого мы сейчас с вами постараемся посмотреть сюжет. Я вам постараюсь напомнить, что такое еще раз, да, параллели и экватор. Действительно, самая длинная параллель – это экватор. И в этом смысле, да, мы с вами сможем попутешествовать сейчас и посмотреть тот сюжет, который я вам предоставлю. И надеюсь, у нас получится с вами посмотреть и посигналить. Что мы видим? Так, видно, да, наверное, ребят, видно то, что мы, то, что я вам демонстрировала на экране. Я надеюсь, да, вам видно и слышно. И мы с вами видим, да, нулевой меридиан. И сейчас послушаем. На глобусе хорошо видны линии, соединяющие северный и южный полюс. Это меридиан. Меридиан – линии условные, которых нет на земной поверхности. Начальный меридиан нулевой получил название Гринвичевского, так как проходит через одноименный город недалеко от Лондона. Противоположный нулевому меридиану, 180-й меридиан, проходит по Тихому океану. Вместе
Эти меридианы образуют окружность, которая делит земной шар на два полушария – восточное и западное. Так, у многих, да, оказалось не видно. Давайте еще раз попробуем. Попробую еще раз показать. Поделюсь с вами. Поделюсь экраном. Так, и вы мне посигналите. Слышно ли, видно ли? Делюсь экраном. Посмотрите, пожалуйста, и мы еще прослушаем про широту. Параллели – условные линии на глобусе и на карте, которые параллельны экватору. Экватор является самой длинной нулевой параллелью. Именно по экватору проходит граница между северным и южным полушариями. Все параллели северного полушария имеют своих двойников в южном полушарии. И только нулевая параллель экватор единственная. Я надеюсь, у вас получилось, да, было видно и слышно. Это здорово, что мы еще раз, да, увидели и уже на модели смоделировали. Вы теперь посмотрели, что действительно у нас с вами экватор – самая длинная параллель и делит на два полушария. Таким образом, вы теперь правильно ответите на вопрос. Кругосветное путешествие будет короче по 60-й параллели. Она, да, как бы меньше будет по размеру, чем сам экватор. Ну и второй вопрос. Есть ли на Земле точка, из которой можно двигаться только на запад или только на юг? Будьте внимательны, пожалуйста, кто прослушал и увидел сюжеты, и те, кто представляет себе глобус и карту. Есть ли точка, в которой можно двигаться только на запад или только на юг? Ну, почти единогласно отвечаем «да», но здесь вопрос состоял из двух частей. Подскажу, в чем подвох. Итак, если двигаться только на юг, то, наверное, вы эту точку определите правильно. Как такая точка называется, из которой можно двигаться только на юг? Что же это за точка? Что за точка, из которой можно двигаться только на юг? Так, совершенно верно. Первые ответы пошли. Конечно, это Северный полюс. Это та точка, из которой можно двигаться только на юг. Куда бы мы с вами ни пошли, мы попадать будем, да, в южное направление, но оставаться в северном полушарии. То есть двигаться на юг, а оставаться в северном полушарии до тех пор, пока не пересечем экватор. Поэтому, конечно, такая точка есть. Это Северный полюс, а вот точка, из которой можно двигаться только на запад, а это что же такое за точка, из которой только на запад? Совершенно верно, такой точки нет. Здесь из каждой точки мы сможем двигаться и на запад, и на восток. Поэтому, конечно, да, мы можем с вами сказать, что на юг из Северного полюса мы можем эту такую точку найти, где будем двигаться только в этом направлении. И наоборот, на север мы будем все время двигаться из Южного полюса, то есть из противоположной точки. А вот запад и восток, да, такой у нас точки нет. Будет ли путешествие от полюса к полюсу по 30-му меридиану короче, чем по 60-му? Я думаю, на этот вопрос вы точно ответите правильно. Конечно же, путешествие от полюса к полюсу по 30-му меридиану короче, чем по 60-му, быть не может. Меридианы у нас все одинаковы. Надеюсь, что у нас получилось с вами увидеть, услышать, повторить. Ну, а дальше мы постараемся уже определить координаты.
Будьте внимательны, отвечайте, пожалуйста, правильно по широте и долготе. А мы с вами повторяем и говорим, что расстояние к западу и востоку от начального меридиана называется долготой. И начальный меридиан имеет долготу 0 градусов. Называется он еще Гринвичский, проведен через вот такое, да, место на карте Лондона, страны, да, вернее, извините, города, где страна Англия, и называется это нулевой меридиан, имеет нулевую градусность. Через обсерваторию в Лондоне проходит. Мы запомнили, что долгота будет отсчитываться от нулевого меридиана, ну а широта будет отсчитываться от экватора. И та градусность, которая у нас нанесена, мы постараемся сейчас ею воспользоваться и определить координаты. Посмотрите, пожалуйста, в чем были ошибки в прошлый раз. Вы определяли широту и долготу, градусность у некоторых была правильна, а указание долготы или широты как раз-таки менялось. То есть, поставив точку и проведя сквозь нее мысленно, да, меридиан и параллель, мы с вами получим, если идем по меридианам долготу, вправо от Гринвича восточная, слева западная, обратите внимание на подсказки, они будут на слайде, а именно восточное или западное полушарие будет дано. И определив долготу, нужна будет еще и широта. Широту мы с вами, естественно, да, будем определять от экватора. Вверх от экватора северная широта, вниз от экватора южная широта. Посмотрите, пожалуйста, да, например, здесь у нас определена точка 40 градусов северной широты и 60 градусов восточной долготы. Как эту точку определить? Вверх от экватора она расположена, значит, широта северная. И мы видим здесь, да, не стоит градусность, но между 50-60, да, как раз можно определить градусность широты. Сама посмотрела не на ту параллель. Итак, градусность широты у нас вот она, 40. А если мы будем смотреть как раз долготу по меридианам, то сама градусность нанесена вот здесь. 0 – это Гринвичский. Дальше, да, 10, 20, 30. И вот у нас, соответственно, получается 60 градусов восточной долготы. Вот видите, да, трудно определять, но нужно не запутаться. Итак, смотрим направление. Вправо восточная долгота, влево западная долгота от Гринвича, а вверх или вниз от экватора широта. Постараемся определить теперь сами. Географическая широта плюс географическая долгота, получаем координаты. И вот даны координаты города Москва. 56 градусов северной широты и 37 градусов восточной долготы. Давайте потренируемся. Ваше первое практическое задание можно записывать и, определяя, писать в чате. Определите, пожалуйста, географические пункты. Мы с вами сейчас коснемся вулкана Килиманджаро, расположен на континенте Африка, и постараемся определить широту и долготу. Итак, вулкан Килиманджаро, наша с вами первая точка. Постараюсь приблизить. Вот у нас с вами точка этого вулкана. А вы постарайтесь, пожалуйста, да, определить широту и долготу. Сколько градусов широты какой? Да, не забудьте, пожалуйста, какой широты. Сначала определим широту, южная или северная. Значит, постараемся ответить, если у нас 0, да, подсказываю, на экваторе, 0 широты на экваторе, то от экватора у нас идет вниз эта точка. Вниз
10 градусов будет чуть пониже, а здесь примерно, совершенно верно соглашусь, примерно 3 градуса, 3-4 градуса южной, молодец, Мария, южной широты, и уже определила долготу. Гринвичский меридиан, от него мы отчитываем долготу, так, Иван, молодец, София, южная, не сомневайся, вниз это южная широта, 3-4 градуса может быть погрешность, ну и 38 вы определили, 10, 20, 30, да, примерно 38 восточной долготы. Конечно, все верно определили, молодцы, внимательно определяли. Давайте проверим наш ответ. Вернусь сейчас к изображению. У кого получился ответ 2, 3, 4 градуса, может быть погрешность, 2, 3, 4 градуса южной долготы, и мы почти все правильно ответили, восточной долготы и южной широты. Следующая точка, следующей точкой у нас с вами является город Мехико. Давайте попробуем определить его координаты. Обратите внимание, в какое полушарие мы двигаемся. А движемся мы в западное полушарие. И город Мехико. Определим, я приближаю нам карту. Вот этот город. И мы с вами постараемся сейчас определить градусность. Посмотрите, от экватора идет вверх. И полушарие у нас... Так, Мария, ошибка пошла. Полушарие у нас какое? Иван тоже. Обратите внимание, полушарие какое? Нам надо широту и долготу, да? Пыталась вам подвинуть на то. Обратите внимание, западное полушарие. Справа у нас восточное, и справа от Гринвича восточная долгота, а слева западное. Так, София, почему западная? Посмотри, пожалуйста, внимательно. Город Мехико расположен слева от Гринвича. Еще раз приближу. Вот не делайте такой же ошибки. Итак, Гринвичский меридиан нулевой у нас вот он. Давайте еще раз его покажу. Вот нулевой меридиан. Нулевой. И, соответственно, справа идет восточная полушария, а слева западное полушарие. Поэтому что мы должны сейчас правильно сказать? Широту вы молодцы, практически все верно определили, 19 градусов северной широты, а вот долготу многие неправильно определили, да? Получается градусов, сейчас я тоже приближу, 0, 10, 20, 30, 40, около 100, это будет примерно 99 градусов, но западной долготы. Мария справилась. Надеюсь, что все теперь увидели, что слева от Гринвичского меридиана у нас западная долгота. Слева от Гринвича и полушария, поэтому западная. А правое полушарие... Вот он, Гринвичский меридиан, справа восточная. Итак, давайте, да, проверим, что у нас получилось. Я думаю, что у вас у всех получилось правильно. 19 градусов северной широты и 99 западной долготы. Ну, я думаю, что как раз последние вы определите точки верно. Давайте постараемся правильно определить Санкт-Петербург. Так, Иван уже определил широту, нам еще нужна правильная долгота. Вроде с широтой проблем не было. Приближаю нам карту. Приближаю карту. И точка города Санкт-Петербурга вот здесь у нас сверху. Да, действительно, широту мы, наверное, уже не перепутаем. 59 градусов, соглашусь с вами, северной широты от экватора вверх. Так, а вот долготу мы опять путаем. Кто-то пишет западную,
Кто-то восточную, так, кого-то не видно, да, оказалось? Так, тогда посмотрите, пожалуйста, нам бы лучше карту, конечно, иметь под руками. Итак, сколько же какой долготы? Сколько какой долготы? Западный или восточный? Кто-то все-таки делает ошибки. Посмотрите на карту, гринвичский меридиан нулевой. Вот он. Справа от Гринвича идет восточная долгота. И обратите внимание, сейчас я как раз отодвину карту. У нас в восточном полушарии проходит как раз меридиан, где лежит город, где расположен город Санкт-Петербург. Конечно, восточное полушарие, значит, восточная долгота. Михаил, исправься. Восточная долгота. Ну, теперь уже совершенно верно, молодец, свою ошибку учел. 59 градусов северной широты от экватора и от гринвичского меридиана 31 восточной долготы. Ну и давайте два последних объекта, я надеюсь, мы найдем с вами без ошибок. Так, удаляю пока карту. Смотрим на ответ. 59 северный, 31 восточный. Северная широта, восточная долгота. Два последних объекта, надеюсь, вы определите правильно. Гора Белуха и мыс Дежнёва. Так, посмотрим. Приближаю нам карту. Наверное, не всем будет видно, да, здесь закрывается экран. Так, кто-то уже определяет. Попробую я отодвинуть, но у нас здесь, да, трудно. Так, молодцы, кто определил широту, она действительно тоже будет северной. Северная широта и долгота восточная. Дело в том, что эта гора, опять-таки, у нас расположена в восточном полушарии и в северном, в восточном полушарии и в северном полушарии. Так, определили. Давайте проверим верный ответ. 49 градусов северной широты и 86 восточной долготы. И последний у нас, да? Последняя координата, мыс Дежнёва, России, самая восточная точка. Даже может быть уже переход в другое полушарие. Вот там она с краю, да, в восточном полушарии с краю. Так, даже на запад уже, да, пошла. Так, вижу, сейчас посмотрю еще раз поближе координаты. Почти 180 градусов. Итак, посмотрите, что получилось. Да, 66 градусов ни у кого не возникли сомнения, а в западной даже у меня сомнения возникли. Дело в том, что когда не помещается, и эта точечка находится прямо с краю, а вы видите, что градусность близка к 180, то получается это самая крайне удаленная точка восточного полушария, переход в западное. Поэтому 170 градусов западной долготы. Так, давайте попробуем закрепить еще раз на экране и будем подводить итоги, проводить результаты, подводить результаты. Сейчас я еще раз поделюсь окошком, постараюсь посмотреть с вами про широту и долготу. Следующий слайд. Географической широтой называется длина дуги по меридиану в градусах от экватора до западной точки. Географическая широта показывает, насколько точка удалена от экватора и на какой параллели она лежит. Каждая параллель имеет свое градусное значение. Все точки одной параллели имеют одну широту.
Географическая широта может быть южная или северная, в зависимости от полушария, в котором находится заданная точка. Географическая широта может иметь значение от нуля на экваторе до 90 градусов на полюсах. Географическая долгота – это величина дуги параллелей в градусах от нулевого меридиана до заданной точки. Географическая долгота показывает, насколько точка удалена от нулевого меридиана и на каком меридиане она расположена. Каждый меридиан имеет свое градусное значение. Все точки одного меридиана имеют одно значение долготы. В зависимости от того, в каком полушарии находится заданная точка, ее долгота будет определяться как западная или восточная. На глобусе и на картах значение долготы показано на пересечении меридианов с экватором или на границе карты. Я надеюсь, у нас с вами появилась и картинка, и звук, и мы еще раз увидели, как это проектируется на глобусе. Соответственно, да, мы проверили с вами результаты и поняли, что по заданной широте и долготе можно найти координаты какого-то географического пункта. Поэтому вы постарайтесь дома потренироваться, чтобы не путать уже широту и долготу, чтобы правильно определить координаты, помнить, да, откуда отсчитывается широта и где она указана, откуда отсчитывается долгота и тоже где указывается. И, надеюсь, у вас это получится сделать практически. Вы сможете, кстати говоря, да, зная, мы с вами об этом не говорили, но зная величину одного градуса, можно определить и километраж, то есть измерить расстояние в километрах. Вы слышали, и мы с вами сейчас определяли по градусам, а можно еще и, видите, измерить километраж, который определяется ценой одного градуса, то есть сколько составляет один градус, и измерить можно расстояние, например, от Москвы до экватора, от города Кейптаун до экватора, от города Пекина до нулевого меридиана и так далее. То есть градусность, да, мы можем еще и в километрах выразить. Ну и заканчивая, подводя итоги, давайте себе будем честно проставлять баллы, у кого получатся правильные ответы. Итак, вопрос первый, первый балл. Где на Земле можно построить дом, у которого четыре стороны будут обращены на юг? Итак, где же нам на Земле построить такой дом, где все четыре стороны будут обращены на юг? Так, вижу первые ответы. У нас сегодня очень активно Мария работала, молодец. Действительно, этот дом надо построить на Северном полюсе. Все четыре стороны будут обращены на юг. Второй вопрос, не подсказываю. От нулевого меридиана отсчитывается. Что же отсчитывается от нулевого меридиана? Итак, вопрос номер два. Здесь надо написать слово, что отсчитывается от нулевого меридиана. Не подсказываю. Так, у кого-то экватор отсчитывается от нулевого меридиана. Я думаю, это случайность, Олеся. За ней повторяет еще у нас кто-то, да? Ну, проверите свои ответы. У кого-то возник вопрос. Нулевой меридиан, надеюсь, все запомнили. Гринвичский меридиан. Вопрос номер три. В северном полушарии полярная звезда, она всегда находится где? Итак, в северном полушарии полярная звезда, что-то она нам как раз показывает, и всегда находится. Так, вопрос может быть для кого-то сложный, третий. Всегда находится, так, хороший ответ, да, на севере. Так, проверим. Четвертый вопрос. Он, наверное, уже более известный, да?
и более, наверное, легкий. Расстояние от экватора до какой-либо точки на поверхности Земли называется, ну тут, я думаю, вы не ошибетесь, расстояние от экватора до какой-либо точки на поверхности Земли как называется? Расстояние от экватора до какой-либо точки на Земле, на поверхности Земли. Так, записали свой ответ, большинство пишет «широта». И последний, пятый вопрос перед тем, как проверить. Север, юг, запад, восток. Что это такое? Итак, север, юг, запад, восток. Так, Мария первая. А многие еще отвечают на четвертый вопрос. Давайте проверим правильные ответы. У нас будет их еще пять вопросиков. Итак, конечно же, дом, который надо было построить, чтобы все четыре стороны были на юг, находится на Северном полюсе. Забыли, от Гринвичского меридиана, от нулевого, отсчитывается долгота западная и восточная. Третий вопрос был сложный, но многие тут иронически ответили на небе. Конечно, полярная звезда на севере. От экватора отсчитывается географическая широта. А правильно сказали, север, юг, запад, восток, стороны света или стороны горизонта. Стороны света и горизонта можно поставить себе оценку 5, если все 5 ответов верны. Ну, 4, если 4 и так далее. Последние вопросы. От экватора отсчитывается, можете уже не отвечать, мы отвечали. От экватора отсчитывается широта. А вот второй вопрос. Расстояние от начального меридиана до какой-либо точки на поверхности Земли, вы некоторые ошибались. Ответьте, пожалуйста, правильно на второй вопрос. Расстояние от начального меридиана. Меридиан, напомню, да, Гринвичский начальный меридиан. Расстояние от начального меридиана до какой-либо точки поверхности Земли. Вот теперь пошли правильные ответы. Это долгота, она бывает западная и восточная. Существует ли глобус Африки? Иронический вопрос. Спасибо за долготу. Конечно же, нет. Глобус – это модель Земли, нашей с вами планеты, поэтому отдельного глобуса континента нет, а вот карта, мы скажем на следующем уроке, карта, конечно, есть. Как вы думаете, одинакова ли длина всех меридианов? На этот вопрос точно должны ответить. Как вы думаете, одинакова ли длина всех меридианов? Молодцы, кто ответил «да». И последний вопрос нашего урока. В какой части Мирового океана находится судно, если его координаты 0 градусов широты и 0 градусов долготы? В какой части Мирового океана находится судно? Да, недалеко от берегов Африки, и это будет восточная часть Атлантического океана. Пересечение экватора с нулевым меридианом. Пересечение экватора и нулевого меридиана. Я думаю, вы такую точку найдете, мы в прошлый раз ее смотрели. Дома можно потренироваться, посмотреть город Каир, город Дели, Вашингтон. Ну а определив это, кто получил пятерки, домашним заданием будет определить широту и долготу. Можно сделать скриншот экрана и, соответственно, потренироваться дома. Спасибо всем вам тоже за урок, кто активно тренировался, да. Надеюсь, у вас получится и получится правильно, грамотно определить. До свидания, хорошего дня, до следующей недели.